Warning. Обильное содержание мата. Всем привет! И на этот раз с вами Замор. Мы поиграем в Half-Life 2, эпизод 2. Это уже часть третья. По-моему, третья часть. Давайте начнем. Ой, куда, блин, загрузить игру. Многостроитель Фримен. Что? В смысле? Многостроитель Фримен. Что он там строить собрался? Многостроитель Фримен. Многострадатель Фримен. Он у нас постоянно попадает в какие-то передряги, из которых потом ему приходится выбираться. Так. Угу. Мы продолжаем. У меня что-то в зубах застряло. Выковыривал, стоял. Так. Всем автономным отрядом. Ты откуда взялась, мать? Советники все еще находятся в инкубационных. Они собирают. В чем? Объединяют разрозненные отряды из компаний. Великая цель ведет их на север. Вы откуда взялись? Оба. Мы должны их опередить. Неподалеку отсюда есть люди, располагающие средства. Они поймут нашу нужду и помогут. Чего же мы ждем? Я жду ответа. Как вы здесь очутились? Вас не было. Ни рядом, ни вблизи, нигде вообще. Вы чё, ёпта? Телепортами, значит, пользуемся, да? Сосранцы. Ладно, пошли. Потом расскажете мне. Как я понимаю, сейчас особо времени нету разглагольствовать. Но если не расскажете, ух, я вам. Не, ну да прикинь, да? Поворачиваюсь. А они по бокам стоят. Совсем очмели. Не, даже делать-то особо ничего не надо. Я могу затолкать его. Я его затолкал в натуре. До свидания. Опять тихорчик. Мне серьезно кажется, что у нее оружие круче, чем у меня. А че встала-то, мать? Блин. Да все, откинься ты уже. До свидания. О, ёпта, тихо. До свидания. Все. Да, я в курсе, мать. Мы чего вообще здесь делаем? Объясните мне, пожалуйста. Мы ждем, пока наша любимая Алекс Вент отдохнет. Нельзя было сделать это изначально? Мать! Серьезно? На кой лет они вообще со мной поперлись? Ну типа, блин, чтобы в итоге она такая встала, типа. Иди, говорит тебе, иди. И куда мне идти? Ой, здрасте. Ты еще не откинулся, что ли? Кто мне там сзади подзаряжает? Воу, полегче. Полегче, у меня мало здоровья. О, ребята! Все, я приехал, походу. Тихо. Ну, конечно. Без этого никак, вы же понимаете, да? До свидания.
находимся близ устройства вибраций. Так, подзарядились хорошенько. Все. Теперь можно и в бой. Только тебе помогу. Или все, они уже откинулись? Нет, еще не откинулись. Ладно, короче, не будем ждать, пока он там своими молниями будет поражить. Так, дробашек и здоровье. Здрасте. Вы знаете, кто я? Вы в курсе, я думаю, да? Оп. А, ты боишься? Боишься, да? Боишься, засанец? А. Ох ты ж, ни хрена себе! Нина, ты видел, да? Ты видел? Да ты чё, блин, заколебался кидаться всякими штуками? Я тоже могу тебя... Я тебя сейчас тоже кину, подожди. В смысле, ни хрена себе ты обнаглевший. Сюда подошел. Сюда подошел. Лови. Охренеть, прикинь, какой наглый. Засранец. Вот так вот, понял, да? Не ожидал? Все, давай. Спокойной ночи, малыши. Ну? Все, все, тихо. Так. Тут еще один. Тут ты ёпта. Они заколебали уже эти машины подать. Они и так в нерабочем состоянии. У меня труп, ну, похоже, нет. Да ты заколебал, блин, ты чё, блин? Я тебе сейчас, блядь, знаешь, что я тебе сделаю? Тебе патронов в задницу напихаю. Мудила. Сюда иди. Ах ты ж, ни хрена себе. Слышь? Так, тихо, отход делаем, быстро. Легкий отход. Охреневший. Не, ну ты видел вообще, нет? Вот так вот. Оп. Не ожидал, да? Обманочка. Оп. До свидули. Охренеть. Еще дыру такую проделал, блин, не маленькую. Как он через это прокопался? Там такая громадина вылезла. Так ведь и не поверишь, что... Такая громадина через нее вышла. Все, давай проходим быстренько, быстренько, быстренько. Это надо подальше убрать. Ладно, ты с ними справился. Конечно, конечно. То, что мы ищем, хватит разглагольствовать. Я, кстати, гнома забыл, прикинь. Где-то в начале. Я даже не помню, где я его забыл. Отстал. Не работает. Оп, тихо. Здорово, братан. Ай, тетя, кто там камнями кидается? Такой буйный. Тихо. Все, отъехал. Тихо. Все? О, и вот эта вот дверь, она держала? В смысле? Нафига такую дверь ставить? О, у меня есть кирка. Тихо. Спасибо, Гордон. Есть, короче, какой-то классный баг с киркой. Она единственная не пофикшенная. Мы едем, нет? А с помощью нее можно неплохо пролететь карту. Думаешь, до них добрались комбайны? Эта теория имеет право. Всё, алло.
Мы кирку забыли, слышь? Ну-ка назад. 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 Что за дела? Тихонечко. Где-то здесь кирка валяется. Ай, больно ноге. Где кирка-то? Вот она, нашел. Все, отлично. Погнали. Поехали. Осторожней с ним. Идете, нет? Какая тишина. Тихая тишина. Но у вас-то еще дополнительно шум с улицы. Этот прекрасный шум с улицы. Что вы будете делать без него, когда я поставлю здесь изоляторы звуки? Изоляторы звука. Изоляторы звуки, да, именно это я хотел сказать. Так, короче, как-то, короче, надо его... вот так вот, да? Вот сюда. Вот так. Так, тихо, тихо, не в ту сторону. Да, тихо, тихо. Тихо. У-ху! Тихо! Главное ее грамотно расположить и грамотно на нее встать. Мы сами попали в западню. Тихо. Тихо. Ну ты, блин, тихо ты. Так. Тихо. Уйдите, уйдите с моей кирки. Смотрите, там, на мосту. Это та машина, о которой ты говорил. Тихо. Напрашивается предположение, что они пытались скрыться, но дальше пропасти не уехали. Что же, раз они сумели завести ее туда, мы должны суметь вернуть ее оттуда. Так. Вот так вот. Обнаружен. Да? Так, а как теперь спуститься отсюда? Сейчас. Сейчас придумаю. Вот так. Вот так. И вот так. И все, я молодец, я... Прошел этот участок. Так, а ее можно как-нибудь оттуда забрать? Погоди. Машины недвигаемые, да? Так, подожди. Так, ребята, вы можете... Как бы нам открыть эту дверь? Ребята, как мне отсюда выбраться? Я случайно сюда попал. А. Ты просто каскадер. В смысле? Кирка моя. Подожди. В смысле? Бежали. Да спрыгни ты оттуда. Еще. Да зараза. Так.
Так. А, точно. У нас же есть походный стул. Так, я не понял, там что, стена невидимая, что ли? Ребят, вы, может, поможете мне достать мой стул? А вы что застряли-то? Ребят, вы что встряли-то? Ребята? Короче, будем делать прыжок веры. А. Вот так вот, значит, да? Вот так вот. Тихо, нет! Тихо. Надо дать разгон, знаешь. Так, тихо. То, что ты меня толкаешь. Здесь действительно побывали компьютеры. Тихо. Все. Тихо. О, здорово, братан! Слухай, короче, я тут пытаюсь перелететь через все это добро. Ты что делаешь, ублюдок? Так. Напрашивается предположение, что они пытались скрыться, но дальше пропасти не уехали. Что же, раз они сумели завести его сюда, мы должны суметь вернуть его оттуда. Сюда, ко мне. Ко мне, Кирка, давай. Выключи фонарь, разряжаешь. Давай. Опа. Отлично. Шахта Победы, все дела. Так. Вот так вот. То, что надо. Отлично. Тихо, блин. Обнаружен тяжелый перелом. О, неплохо. Слушай, давай сохранимся. Сохранено. Неплохо так, очень даже неплохо. Я же могу пересечь все. Отлично прям. Красота. Да и только. Мы молодцы, похлопаем. Да, все правильно. Тихо. Сейчас главное аккуратненько спуститься. Аккуратненько спуститься и не застрять. Так, тихо. Так. Ага. Тачка! Подъедь поближе, по-братски. Я тут немножечко застрял. Блядь. Что ж такое-то? Ну, давай в 9. Ох, садимся в тачку. И уезжаем. Да, все поломалось. Мы такие, типа... Так, а как нам теперь выбраться отсюда? Тихо. Так, давайте трезво оценим обстановку. Мы застряли. Куда, бля? Так. Все бы ничего, да только у нас тут завал, да? У нас тут завал.
И что нам нужно сделать с этим завалом? Тихо. Так, тут мы... И нам нужно, короче, расчистить, да, все. Расчищаем. Расчищаем, да. Занимаемся клинингом, знаешь. Сюда-сюда. Вообще красота. Так, а что нам делать с тачкой-то? Ну, типа, клево, да? Мы ее достали, и что дальше? На кой ляд теперь она нам нужна? Вон оно чё, Михалыч. Вон оно чё. Ну все, окей, сейчас мы ее притараканим, погоди. Не торопись. Сейчас все будет. Давай мне сюда мою махину. Оп. Сейчас все по красоте сделаем. Врум-врум, малафака. Открывай врата мне. Слышь. А, мы же это, не открыли им. Нет, тихо, тихо. Все, ты мне больше не нужна, иди отсюда, я тебя использовал. Отлично. Мы же не открыли им двери, чтобы это. Все, давай, я добыл тачку. Давай. Да, не говори о себе. Ну все, я достал тачку, алло. Боже мой. Только взгляни. Только взгляни. Вот взгляни. Винтовка. Если тебе, конечно, не нужно. Боюсь, более срочные дела требуют нашего вмешательства. Мы ощущаем присутствие советников, готовых вылупиться. Если мы наткнемся на них, непременно уничтожим. Эта дорога ведет в Белую Рощу, но берегитесь, не вам одним известно о ней. Не знаю, как тебя благодарить. Ну, я бы предложил один вариант, да, правда, у них, по-моему... ну, в общем, я не буду смотреть. Еще, блин. Она просто чмокнула. Ой, мать. Тебе жизнь спас, если чё. Садись давай. Карга старая. Доехали. Легко и просто. Вообще классно, да? По-моему, ее нужно было проходить совершенно иначе, но... Какое дело на самом деле? Я даже не помню, как она проходит по-настоящему. Может быть, я ее прошел так, как и надо. Хрен его знает. У меня бывают иногда свои методы. Видимо, придется искать объезд. Окей. Сама сказала. Тебя за язык никто не тянул. Как ты на это смотришь, братан? Я еду в классный чикен. А? Завидуешь? Надюш, я тоже себе завидую. Если она не сломана, мы сможем предупредить ученых в Белой Роще. Они не подозревают, что на них движутся комбайны. На кой ляд комбайнам понадобилась Белая Роща? То есть... Чё? Во-во-во-во-во, полегче. Вот твоя радиовышка. Интересно, как давно этот лагерь пустует? В одном из этих зданий должен быть передатчик. Окей. Двери закрыты. Блин, надо было взять свою кирку. А ну, в багажник же не положишь. Здравствуйте. О, тихо. Вау, 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 вау. Мать, ну ты и железная, конечно.
Вот он, твой передатчик. Вот и передатчик. Все верно. Правда, он обесточен. Надо найти источник питания. Может, пока накрыть свою голову стулом, я разберусь. Источник питания должен быть где-то... Ну, не здесь, это явно, но... Где-то... Вот здесь, да? Сейчас разберемся. Так, короче. Дай мне мой стул. Воспользуемся старым добрым нагромождением. На самом деле этот метод всегда действует. Для него не нужен особый скилл. А, блин. Сейчас, подожди. Не хватает просто одной маленькой детали. Да. 5-литровой бочки. Все. Так. И что мне здесь надо найти? Я постою на страже, а ты посмотри, что внутри. Угу. Как обычно, оставил тебя одну. Молодец. Говорит, посмотри, что внутри. Что внутри? Внутри переключателя. А только током бьет, прикинь. Нет, я не могу. Так. Прикинь, не дотягивается. Окей. Тогда... Это сюда. Это сюда. Да? Вот так вот, да. Все ровно. Все, поехали на лифте. Вперед. Ты как сюда пробралась, мать? В смысле, прячься. Да ладно. Да ладно. Хватит псыкать. Сейчас я им башню-то поразношу. Ну еще бы. Где же ему еще быть? Конечно. Сразу. Ух ты ж ни хрена себе, они какие жесткие. Так. Да, свидули. Пришлось немного пожертвовать своим здоровьем, ну да ладно. Еще один. Это нам по силу. Еще бы. Где еще что ли? Ну давай. А, так у нас же еще одна бочка. О, до свидули. Пришел, увидел, убил. Двери развалили, мать. Сколько? Чего так много-то, алло? А я вообще плевать, мать. Где бочки? Дайте мне еще бочек. Сейчас я им морду-то порасквашиваю. Вот баллоны. Пойдет. Где? До свидули. Я говорю, прощаемся. До свидания. Ой, мать, ты чё, блин, тут? Совсем дурная, блин. Погнали связываться с нашими. Давай быстрее, мать. Ой, да ладно. Была, не была. Ну, действительно. Белая роща, ответьте. Ответьте, белая роща.
Белая роща. Может, мозги удастся вправить. Назовите себя. Это говорит Алекс. Алекс Свенс? Да. Вы уже несколько часов как должны быть. Нас задержали некоторые обстоятельства. Я осознаю всю серьезность положения. От данных, которые у тебя в руках, зависит... Я знаю, на земле. Но послушайте. К вам движутся комбайны. Что? Нет, не мы. Комбайны. Будьте готовы дать отпор. Что? Как? Вот беда. Неудачная попытка, Макс. Вернемся к машине. Давай я... Погнали. Я почему-то сразу же понял, что эта задумка не самая лучшая. Ты едешь, нет? Мать! Куда ты без меня? Подальше. Поехали. Все, наконец-то. Погнали. Может, чуть дальше получится вернуться на трассу. О! Может, это она так просто вскрикнула? Ну, знаешь, она прикусила себе язык. Я просто настолько сильно врезался, что она внутри случайно прикусила себе язык и такая. Она хотела что-нибудь сказать, типа. Вот. И у нее получилось. Ой! Знаешь. Бывает такое. Я думаю, что с каждым такая фигня случалась. Когда он прикусывал себе язык и говорил не то, что хотел сказать. Да. Вау, тихо. Эй, я вспомнил эту гору. Ее видно из белой рощи. Мы движемся в верном направлении. В лес тебя, да, спускали? На горы посмотреть. На горы. Ладно, шутка не удалась. Смотри, это же шлюпка советника. Тогда в цитадели, когда мы увидели их. Нифига себе, слушай. А вот так она выглядит намного круче. И детализованней, да? Когда я их уничтожаю, какая-то херня вместо нее образуется. Ну, теперь хотя бы я знаю, как она выглядит. Так, ну что, и куда нам? Нам же не обязательно, да, останавливаться здесь. Опа-на. Что это было? Походу, мать, не ту траву ты нам подкинула. Вот опять. Что-то здесь нечисто, мать. Чувак, что здесь происходит? Ага. И судя по тому, как штурмует твоя трава, это прям не самый подходящий момент был курнуть. Что это такое? Вот и наш советник. Вот говорил, их надо убивать, пока они не вылупились. Система жизнеобеспечения. Что скажешь, Гур? Перекроем ему кислород? Ну давай. Стену так надо. Давай быстрее. Мать! Попробую открыть. Вот так. Теперь... Зачем ты... Отлично. Самое время. Просто шик. Что ты делаешь? Фу. Что тебе надо, слышишь? Ты хочешь мне в глаза посмотреть? Какой-то ты роботизированный. Фу, бери от меня. Эй, ребята!
как такое? От чего вдруг ему стало плохо? Боже мой. Мне повезло. Мне реально повезло, мать. Ты дура, ты не могла просто с помощью своей Nokia, или что там у тебя, перекоротить эту штуку, блин, и получить к ней доступ. Здорово. До свидули. Ух ты, арбалет, красота. Да. Блин, вы как-то бегаете странно. Бля, я не могу своих одним махом. А своего же, прикинь, зацепил. Мудила. А вы заколепали. На меня все, да? Ух ты ж, ни хрена, как толкаешься, это жестко. Отлично. Так, что тут надо? Отлично. То, что нужно. Вкусно. Ты чё, блин? Мутаген вонючий. Смотри-ка, прошел. Я до последнего хотел думать, что он не пройдет. Так, здорово. До свидания. Блин, мать, ты прям вот реально железная. Я вообще в шоке с тебя. Надо выбраться отсюда. Так давай выбираться. Ух ты. Погнали. Поехали отсюда. Ну прям, не знаю, Джеймс Бонд в косметике. Ай, блин. Я еще не хватало вертолет, блин. Ну ты вот тебе надо, это не, ну тебе это надо, блин. На кой, блядь, вообще комбайном вдруг понадобилось? Понадобились мы. Ну вот так вот, серьезно, если призадуматься. Осторожнее! Отлично, 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 отлично. Я еще смешно, блин. Конечно, Фримонта всем всех выручит, мне кажется. Ему ж больше заняться нечем, да, мать? Кроме как выручать всех подряд. Жесть. Я, конечно, понимаю, что ты однажды спасла мне жизнь. Все подмигивает мне, зараза. Я тут выехать не могу, мне подмигивает. И да ты со своими подмигульками, ты в задницу, блин. Жесть, блин. Да уж. Поехали. Отлично. Опа. Как смешно. Причем самое интересное то, что... Вот ты кто такой? Свали отсюда. О, хоть какая-то польза от тебя, мать. Да, свидули. Так, а что это мы тут? Как дальше-то проезжать? Вертишь вроде за нами гонится. Блин, ой, блин. Тихо. Вот зарядочка. Ай. Так, давай-ка мы определимся, куда ехать-то? Ну, типа, все было бы еще круче, если бы мы знали, куда ехать. Может, здесь надо выйти? Если я подожду в машине.
Что делать-то? Что делать-то, мать? Надо двигаться дальше. Молодец. Молодец. Это то, что я хотел от тебя услышать. Надо двигаться дальше. Естественно. Может, мы вообще не в ту сторону поехали? А, еще думает командовать. Охерневшая баба. Фига, у нее полуавтоматический пистолет, что ли? Да. Ай-яй-яй. А, нет, мы все правильно едем. Ай, блин, тихо. Мы все правильно едем. Бревнами решил нас закидать. Блин, походу надо прятаться. Сюда. Ну пошли. Коль знаешь, куда вести. Вертушку, может, вы поможете от нее избавиться? Да, ракетницу. Точно. Давай сюда. Умничка. Так, и если ты мне найдешь ракетницу, то вообще будешь золотцем. Заперто. Действительно. Опа! Отличненько. Еще лучше. Тихо. Ага. Скидывай еще. Их многовато. Может, движком в него кинуть? О. Я всегда в ударе. Ай! Давай, птичка. Пора на посадочную полосу. Давай, птичку. Гони. Молодец. Да. Чё ты хочешь? Чё ты хочешь? Сказать спасибо, наверное, да? Не передать. Сука, приходится отдать должное комбайну. Они серьезные противники. Мастера своего дела. Нам надо ехать дальше, но двигатель мертв. У тебя нет чем его починить? Починить?
Ха, да у нас тут целая мастерская. Идемте, я вам помогу. Ну, конечно. Именно для этого эта дверь была заперта. Да, угадаю. Эта дверь тоже заперта для загрузки. Да. Это было весело. Это было поистине весело. И я, пожалуй, на этом завершу. И на этом все. На этот раз с вами был Замор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео. Не забывайте, естественно, подписываться на мой второй канал, где регулярно проходят стримы. И все. Всем пока.